Всем привет, кто зашел на мой канал и моим любимым подписчикам. Заказывал интересное платье для моей любимой дочери. Заказывал в канун Нового года в Китае. Отправили непонятно какой почтой. Вот смотрите, трек не отслеживался, но одно но. Оплатил я его 29 января. Сегодня 14 февраля, посылка у меня, принесли мне ее новой почтой прямо в квартиру, я никуда не ходил получать. Заказывал интересное платье, оценку поставили, не знаю для чего, $12, хотя оно стоит в районе 7 или 8. Давайте смотреть, что прислал нам поставщик. Цены могут меняться, поэтому ссылочку на продавца и на изделие я поставлю под видео. Знаю одно, что отправили быстро, и быстро оно ко мне пришло, несмотря что Новый год. Так, смотрю, что-то поставщик уже подарил. Видите? Thank you for shopping with us. Спасибо, что скупляетесь у нас. Молодец. Продавец заинтересован, чтобы у него покупали. Заказывал вот такое на лето интересное платье с поплина. И в комплекте шла вот такая вот сумочка к этому платью, вот с такими же вишенками. Аккуратно все упаковано, смотрю, фабричные бирки. Фотографии, как они на ребенке, выставлю в конце видео. Так, могу сказать одно: качество ткани ХБ, не синтетика. Вот такая вот сумочка, смотрите, на молнии. Она имеет цвет малиновый. Смотрю на видео, у нас она красная, но в реале этот цвет малиновый. Вот такой красивый бантик, чтобы носить. И вот такая вот, не знаю, подойдет, не подойдет размер, потому что покупал первый раз у этого продавца. Вот маркировка изделия, может кому-то пригодится. Есть все бирочки, размер восьмерка, 100% катон, оно и видно, носится оно через шею, вот такое вот расклешено, но на видео не показать, как вам поднять. Наверное, все-таки я фотографии выставлю в конце видео, как оно смотрится на китайском ребенке, а потом сделаю фотки, как оно будет на моей малой. Качество шикарное, так что можете свободно покупать. У этого продавца очень много интересных изделий, от него еще летит джинсовые куртки, два или три платья из другой ткани. Ну, по ссылочке я доволен, запаха вообще никакого нету, смотрите, швы все аккуратные, ничего нигде не торчит, потому что иногда, когда читаешь отзывы, пишут, торчат нитки. Смотрите, все аккуратно подшито. Все проверложено. Все, я доволен заказиком. Жду остальных вещей. Подписывайтесь на мой канал, ставьте пальцы вверх. Будет много интересных распаковок. Всем пока-пока.